На заправке вот такой картридж PTS-105 для принтера Samsung SCX 4600. Значит, будем его заправлять. На что я хотел обратить внимание, что вот если вы тянете, вытаскиваете, то с правой стороны у вас заправочная горловина, или вот можно еще определить, здесь видите, широкая шестерня, а здесь такая маленькая, узенькая. Вот здесь. Вот с этой стороны откручиваем 4 винта, 1, 2, 3, 4, и поддеваем. Просто поддеваем или так, или, может быть, возьмите маленькую отверточку и вот здесь вот немножко поддеть. Снимается эта крышечка. И здесь у нас вот такая уже побитая жизнью крышечка. Не знаю, видно вам или нет. Но она уже ее выковыривали-выковыривали. Она плохо выковыривается, уже вся прямо раздолбанная. И сюда заправляем порошок. Сколько заправлять? Ну, если так посмотреть, вот это бункер. Ну, вот так. Не совсем полный, потому что там он должен свободно распределяться, там есть мешалка, и он должен распределиться. Ну, где-то вот так вот. Вы когда будете засыпать, когда он далеко, там ее не видно. А потом, когда он уже его видно, вот где-то здесь останавливаетесь. Ну, в общем-то, в этом все. Здесь, кстати, бункер такой более-менее большой. Засыпаем, ставим крышку на место, пробку, крышку закручиваем, и все. И вот заправленный. Очень легко можно это сделать самостоятельно. Повторяйте. Время от времени нужно его разбирать, чистить, но если вам все нормально, все печатает, только заправить, то этого будет достаточно. Вот такое видео, мира вам и возможность самостоятельно экономить деньги, делать практически все самому есть. Это занимает время, но это экономит ваши деньги. Поэтому, если есть вопросы по ремонту какой-то техники, задавайте на канале. Я или другие подписчики, мы постараемся вам ответить.